Мы едем в отель Буковель. Это очень круто. А там есть еще и бассейн. Ты меня не маринуй. Сделали остановочку небольшую для нужд, человеческих нужд. Я сейчас кого-то их там, блин, копну, блин, в сраку. Что с них там, блин, с педалями видно? Что за песня такая? Короче, остановились в Яремче, хотим пойти посмотреть на водопад. Идем по штрици. Иду по Яремче. Вкусный сыр. Твою мать! Короче, сюда стоило прийти, Руслан. Спасибо, что ты остановился. Просто красотища, Русик, офигеть. Да, просто офигенно. Смотрите, тут дуже легко можно так выехать. Да, не зря сделали такую остановочку. Класс. Мамуля, что ты скажешь? Вам нравится? Да. А вам? Да.
вышиваночки. В общем, 2 минуты ходьбы от трассы, и вы на красивом водопаде. На пушке. Водопаде Яремчи. Классное место, базар прикольный. Мне было 4 года, я покорял эту вершину на скейте. Уже можно ехать домой. Да красота такая просто. Эти сосны плывут, глянь. Как струны. Вот наш отель, идем заселяться. Носки, вау. Что? Носки. Неплохой отель, мне нравится. Картины красивые висят. И сейчас я покажу вам, как выглядит наш номер изнутри. Столик небольшой, телек. Кстати, лыжи, как у нас дома. Ой, зайка, ты тут, думал, ты на балконе. Папа, бывает. Так. Ух ты. Сейчас. И вот такой вот у нас вид на горы. Прям номера. Могу себе позволить взять баночку Злата Праги, только так сделать, пс, и тасоваться. Смотрите, как красиво. Гора идет, туча прям, и такой засвеченный участок солнца, которое пытается пробиться в Буковель. Пацаны, вам нравится? Мама, тебе? А в эти воды играть в прятки.
Тебе нравится? Да, я устала. Вон там написано. Короче, перекусили, поселились, разложились, идем тусить. Все бы ничего, но у меня какая-то херня вылезла вот тут на подбородке. Надо в аптеку срочно идти. Это все потому, что меня поцеловала вот эта вот лягушка. Достаем. Ревизор, 11 сезон. Пытаю воду с крана на обороне. Мирончик, давай туда навпады. Наши бассейнички. Короче, выбираю себе велик. Понятно. И еду кататься. Мирончик, пошли тебе что-то покажу, зайчик. Водопад. Не водопад, а просто покажу тебе речку-вонючку. Отель-вонючку? Вот, видишь? Да. Отель-вонючку. Короче, отели, чтобы забронировать, просто во всем Буковеле не было ни одного номера свободного. Ни одного. Я вот эти все отели вызвонил. Просто нет мест. Мне повезло, кто-то не приехал, не внес предоплату, и поэтому мы сейчас здесь. А так, бронируйте отели заранее. Название у пиццерии. Пиццерия Дон Япон. И Япона мать. У людей тоже неплохо. Ну, правда, вот это нормально. Ты отдыхаешь, а все на тебя смотрят, по-моему, возле дороги. Да, мы тут идем в самом бассейне. Мы тут пойдем. Нет. Мирончик, вон, видишь место? Вот оттуда катаются люди на лыжах, прямо вон с той горы. Короче, надо переезжать жить в Буковель, да, Маш? Переезжаем. Наши. Будем жить здесь. Я открою свой бизнес по продаже велосипедов. Потому что здесь есть велодорожки. Зашел в аптеку, купил себе мазь от этой гадости. Вскочила дичь какая-то. Там на вершинах горит солнце, здесь его нет. Идем искать солнце. Пойдемте, мальчик. Карта дома? А? Нашла карту? Да. Когда уже по всей Украине будут велодорожки и такие пешеходные зоны нормальные. Вот я не знаю, а вот для оленей нарисован человечек на асфальте. Вот. И нарисован велосипед. Вон. Но люди почему-то ходят, как так и надо. Вон, Маш, видишь, это разобранный подъемник. Поднимайся вон туда и катайся на лыжах. Вон. Посмотрите, какой робот сидит. С какого-то мультика, я не помню. Помните, такой мультик был, Маш? Ты робота видишь? Да, я понял, как... С мультика. Там мы смотрели. Это вообще-то с этого. С Тарзана. Пойдем. Вперед. На них. Речушка вонючка течет. Двубушанка, это ты. Если будет видно, то
вон там где-то вверху пасутся коровы, которые делают молоко Милка. Зараз підем. Боже, какой тут воздух офигенный. Перенасыщенный кислородом воздух. Зимой мы поедем вон туда кататься на лыжах. Что, мадам? Холодно. Пизды наплачат. Тут дует. Маша, знаешь, что мне кажется? Ты нашел начало. А, начало речки, кстати, да, вот. Устье. А, мне кажется, что я такого вот иду. Вон она течет, та речка. Это не начало. Дай ручку. Что вот я иду такой, снимаю, да, разговариваю, все на меня смотрят, думают, вот эта знаменитость приехала с Киева. Будем переходить? Пойдем, пойдем. Пошли сюда, покажу тебе. Куда будет мама ходить заниматься по утрам? А, она не будет ходить, потому что она там лялечку маленькую носит. Я даже не знаю, это видео, наверное, выйдет, ты уже будешь, Маша, мамой в третий раз. Уже там годовалый ребенок. Может быть. Вот. Руся, как раз для тебя, да, сынок? Нет, это для моего мужа. Хотите, катайтесь, занимайтесь, отдыхайте. Все бесплатно. Я за все оплатил. Посмотрите на эти виды. Просто я не знаю. Буковель – это топ. Речушки горные текут. Водопадики. Воздух. Какой же здесь воздух? Просто не передать. Нет слов, одни эмоции. И это мы только приехали. Если вам будет видно, вон подъемник видно, рабочий. Летом работает, по-моему, два, если я не ошибаюсь. Тренируйтесь. Моя команда по футболу тренируется здесь. Давай, давай, левой. Вот так. О, как я учил. Ну, а теннисный корт я пока для детей открыл, потому что, ну, не знаю, чтобы учить взрослых людей, надо больше денег. А молодежь пусть занимается бесплатно в Буковеле. Теннисный корт от меня. Я не могу это на камере. А вон вершина какой-то горы, и солнце ее освещает почему-то. А до нас не может добраться. Нет, Маша, это не говерло. Говерло отсюда не видно вообще. Примечательный факт. Здесь очень много людей, которые просто идут, как я, и говорят на русском. И мимо них проходят люди, которые разговаривают сугубо на украинском. Все дружат, все приехали отдыхать в этот тяжелый для всех час. Я хотел просто сказать зрителям. Вот видите, сколько машин стоит в пробках? Это все машины, которые хотят на меня посмотреть. Они останавливаются, чтобы меня сфотографировать. Вот эти. Я постою. Вот отель новый, в котором мы остановились. А если посмотреть, верхушка, это балкончик и окно, с которого я вам вещал. Мусор вывозят огромными бульдозерами. Заходим в магазин Микс, посмотрим на цены. Не такой уж и дорогой магазин, вот цены. Оболонь 30 гривен. Зибер 30 на 5 гривен дороже, чем, например, в том же АТБ. Короче, цены в магазине Микс вполне адекватные. По 30 гривен банка пива можно найти. Там орешки, сухарики, там по 50. Короче, не облачные, не страшные. Но во всех остальных, говорят, дороже. Так что советую магазин Мини-Микс. Администраторы магазина, жду на карточку бабки за рекламу. Кто хочешь, бегуны, пердуны, скейтеры, лыганы, все на свете. Да, ребята, наши приключения только начинаются. Да, Русланч? Угу. Рули. Человек за бортом.
У меня морская болезнь. Мамулька не будет кататься. Кайф! Нарешті вийшло сонечко. Так как тут половина отелей моих, могу себе позволить полежать в Буковеле в центре. Вот тут прям. Прям вот тут. А я вот так. Вот так? Ого! Ну як тобі? Дуже страшно. Страшно? Так! Наші я діти хочу, просто тут розриваються. Я хочу звідси отак от підстрибну, біла сюди. Блін, і ти не боїшся? Я боюся. Водний. Водний? Так, я все бачу популяри. Так, слухай, я хочу на тій штуці отут підстрибну, я ж вниз. Іди ще. Так, так. А що, можна ще раз? Під вниз чуб, під вниз чуб. Де Мирон? О, їде Мирон. Мирончик буде їхати зараз. Ну як, не укакався? Я щоб не закричав. Чого ти закричав? Напевно, я сикнув. Лера, помаши ручками. Ой, смешно. Когда заходят дети в этот магазин, у них глаза разбегаются. Куча всего там, всякие желешки в виде мозгов, дельфинчиков, звездочек и прочего дерьмеца. Моя банда. А про що ви говорите? Я про щас. Мирон, Мисла, дивіться. Речка вонючка. Девчульки тянутся. Ножки устали у наших девочек. Вот еще я построил водоклав. Ну, уже люди отдыхают в отелях. Всем бесплатно разрешаю приезжать кататься.
красотища. И все это построено за мои деньги. Озеро Молодость. Тут плавает форель. Вода просто кристаллически чистая и прозрачная. А холодная, как в озере Байкал, в которое я пасал позавчера. Смотрите. Тут строится самое большое в Украине колесо обозрения и аквапарк. За мои бабки. Я бы просто лягнулся. Серьезно? Заморилась? Да. А? Да. Один я не устал. Сил, как у быка молодого. Вон там кролик живет. Вот еще два. Мои кролики. Закрытый зоопарк Гуцуленд откроется завтра утром. Просто зацените эту офигевшую качелю. Катаю пацанов на своей качели. Не на твоей, не на нашей. Не на твоей, а на нашей. А на нашей. Короче, завтра мы сюда, наверное, придем и потусуемся на этой локации, которая называется Гуцуленд в Буковеле. А вот качели, на которой я катался. Просто офигеть. Знаешь, что это? Мы тут сжигали ведьм. Небольшой облом. Кухня уже не работает. Кафе тоже закрыто. Взяли по бокалу пива. И сейчас с компашкой вызвали бусик, едем в другой ресторан. Как-то так. Операция по спасению жабы. Обрежно, обрежно. А что она? Спасаем жабу. Жаба! Жаба! Наше таксо привез нас бусик в какое-то заведение. Идем наконец-то ужинать. Заходь. Питаем вас. Добрый вечер. Сюда, дискурс. Беглые хлопцы gratis. Такое заведение в стиле прям народной украинской культуры. Класс. Руслан меня куда-то ведет. Что это за штука такая? А корм какие-то, типа, насыпка для тварин. Ты куда мне ведешь? А, вот, видишь? Там, не знаю. Охеренно тут. Подожди, как вот цегла выкладана. Видишь, никто просто так цегла. Так это даже не цегла, это камень. А как, на... почти... А как они висят? Как они висят? Раствор сверху, они просто no. Офигенно. Ты вот это бачил? Еще и гент, ну. Нифига себе, блин. Але це ще не все, ти бачиш, вони ще щось роблять там. Так, вони безкінечно, вони весь час так добудовують, бо це дуже тяжка робота. Так, круто. Дуже в парка, бачиш, як зроблено, цепі просто, наприклад. Бачиш, цепі свалені, типу, і стоїть, бачиш, на цепях. Натурі, блін. Все ручна робота, ось смотри, яка, знаєш, конструкція. І з боку йти. Дядя накормив нас тилунами. Очко тріщить, і ходиш на вулиці февраль. Пес.
Я кажу, пес, будеш майонез? Офігенно, потусили сьогодні, просто офігеть. Короче, время 23:54. Почти 12 часов ночи, и мы только идем домой. Это первый день в Буковеле. Устали. Устали как кони. И всем пока. Машите пока. Пока, завтра встретимся. Поснимаем, конечно. Красоточка, ты устала? Да, вкладывай. Маши пока-пока. И ты, Маша. Зараз я помашу, открою номер. Все. 15. Заходим. Проходим. Давай, заходи. Все. Всем пока-пока. До завтра. А куда куртку?